Мы отправляемся в горы. Снарядили Луиджи, надели на него. Которую Маша подарила, ботинки, которые подарили мои родители. И, в общем, да, он готов полностью. Еще теплая шапка у него там лежит на заднем сиденье. Готов к зиме, к путешествиям. И человек радуется, что у нас зима не каждый день. Не приходится нам одеваться так каждый день. Да, Луис? А только по праздникам. Так, Луис решился, взял снег в свои руки. Так, что там? Ой, стаканчик, да? Можно купить подъемники здесь, что ты говоришь, нет? Иси туда, туалет тоже туда. Взяли самки, самый короткий маршрут. Чтобы не испугался для первого раза, да? Нам же маленького маршрута для первого раза хватит проехаться. Итак, мы сели на фуникулёр. Луис год не катался на фуникулёре, у него уже шок от слёз на глазах. Сейчас залетим, Луиса, смотри. Вжался в маму. Страшно-то как, да, малыш? Ну, кстати, паркинг поближе. Блин, а как тут съезжать-то, господи? Ну вот, сколько лишь. Вон они едут. Да. Вон они из горки едут. Господи, на таких санках я еще не каталась. Это поезд идет. Вон там, в горах, поезд идет. Ты не видишь, что ли? А? Поезд вон. Арчи счастлив просто, да? Снег. Вот, смотри.
маленькие дети тут. С лыжами. Смотрите, какой туман вообще у меня как-то в глазах смутно. Что-то видно? Прям туман. Туман. Блин, сложно, когда не видно, что там, блин, впереди. Ты видишь, куда здесь сани поехали? Где здесь санки едут? Что-то мне как-то страшновато туда. Смотри, какой крутой. Идем к саночной трассе. Туман нереальный просто. Знаете, как глаза болят, оказывается, от такого тумана. Потому что... Потому что все белом-бело и напрягаются глаза просто нереально. Очки одевать темновато все равно в таком тумане. А там тоже лыжники едут. Папа примерзла? Я говорю, папа примерзла? Ладно. Так, мы сидели на 1665. Thank you.
кресло такое. Она горячая, аккуратно. Да, Луи! Сядешь? Снежный человек. Смотрите, здесь местные всякие печеньки. Я бы взяла вот эту белую попробовать. Встань, пожалуйста, с пола. Чем ты на полу? Что там есть? Вон лысу можно какой-нибудь... Фек, кстати. Только не трогай здесь ничего. Короче, вот это лакричная печенька. Попробуй, Лос, как тебе будет? Не хочешь? А папа тебе взял кекс. Еще конфетки, прям в таком мешочке красивые. Ты одну, что ли? Не одну взял, что ли? Нет, конечно, да. Прям альпийские, альпийские. Ой, возьми, пожалуйста. Не скатился. Смотри, какой ресторанчик красивый. Речка. Фига. Это киндер какой-то магазин. Всякими. А коп туда, да, дальше? В тот раз. А это он и есть? Мы в этот раз по-другому заехали. Но мне, кстати, кажется, что... Да, я уже это... Здесь тоже галерея современного искусства. Вон есть бегущие девочки. Красота. Красота, красота. Четыре часа? Ну, да. Все, устал? Ну, ладно, пошли назад. Что там особо? Там уже будет дорога же. Насколько я помню.